Энергии. С вами Оксана, и сегодня я вас приглашаю на разговорное видео. И кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Мои дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, и совсем недавно я узнала о том, что мой канал смотрят не только девчонки, к которым я обращаюсь, но и мальчишки. Поэтому, мальчишки, я вас тоже приветствую. Присоединяйтесь тоже к разговору, подсказывайте темы, которые вам интересны. И давайте обсудим тему, которая была подсказана комментарием. На эту тему я уже разговаривала, но я думаю, что не лишним будет обсудить тему, которая касается каждого из вас, она довольно-таки жизненная, а именно сегодня я с вами хочу поговорить на тему позитивного мышления, а именно в связи с тем, что огромное количество роликов, видео и различных тренингов и психологов, которые рассуждают и говорят о пользе позитивного мышления и о том, как научиться позитивно мыслить. Сегодня я хочу обсудить совершенно другую сторону медали, которая, как правило, имеет такое же значение, а именно я сегодня хочу поговорить о вреде позитивного мышления. И, конечно, получила я комментарий, сейчас я вам его зачитаю. Так, не засоряйтесь негативом, рассуждая о негативе, им заряжаетесь. Жизнь прекрасна, прекрасны мои мысли и мое окружение. Казалось бы, все правильно, все верно, но, как я уже часто говорю в своих видео, что каждая фраза таит в себе огромный смысл. Вот давайте и начнем с этого. Не засоряйтесь негативом. Абсолютно с вами согласна. Абсолютно нельзя засоряться ничем, кроме своей индивидуальностью, кроме своим внутренним состоянием. И, конечно же, цель жизни – это понимание себя. Вот то, на что вы должны, собственно говоря, и иметь курс, иметь направление, а именно понимать себя, научиться понимать себя и ни в коем случае не засорять себя ничем, кроме самим собой. Следующая фраза: рассуждая о негативе, им заряжаетесь. Абсолютно с этим не согласна. И совсем не обязательно, рассуждая о негативе, впитывать в себя негатив. Это момент неизбежный. В любом случае, скажем, вот я веду свой канал, и негативных комментариев огромное множество. И если бы я, обсуждая вот эти негативные какие-то моменты, впитывала в себя эти вот какие-то негативные эмоции, то в этом случае да. Умейте разделять момент обсуждения и момент принятия. То есть все, что вас окружает, вы не обязаны впитывать. И не обязательно то, о чем вы говорите, вы впитываете. Если вы научитесь отделять, скажем, свое восприятие от окружающего восприятия, вот тогда вы не будете страдать от того негатива, который неизбежно будет вас окружать, мои дорогие. Так что вот по поводу заряжайтесь, вы заряжаетесь тем, чем хотите заряжаться, а не тем, что вас может окружать. Вы можете попасть в абсолютно любую ситуацию, и только от вас зависит, что вы в себя впитаете. Так, вот следующая фраза. Жизнь прекрасна, прекрасны мои мысли и мое окружение. Я понимаю, конечно, что человек, который воспринимает жизнь вот таким образом, он начитался книг и Луизы Хей, где эти аффирмации, которые нужно постоянно повторять, в голову в себе вбивать, но именно вот эти аффирмации несут огромный вред и опасность именно для вас. Конечно, реагировать на жизненные ситуации нужно адекватно. И попав в какую-то трудную ситуацию, говорить себе, что моя жизнь прекрасная, мой мир хорош, и все вот в этом духе, бла-бла-бла, и при этом ничего не делать, никак не действовать и никак не стараться поменять свою жизнь в лучшую сторону, вот хуже этого нет. Конечно, забивать себе голову вот этими розовыми мыслями, я их называю на сегодняшний день розовые мысли, это очень-очень опасно и чревато последствиями именно для вас. Вот подобными мыслями, конечно, моя жизнь была в свое время тоже наполнена, но я очень быстренько поняла всю пагубность вот этого восприятия, и очень рано я поняла тот момент, что только реальное восприятие жизни, только реальное восприятие ситуации, реальное восприятие людей, отношение людей к вам и ваше отношение к ним, только это является правильным и самым полезным для вас.
Такую же негативную роль может сыграть и негативное восприятие и реакция, и позитивное. Вот те две полярные вещи, которые принесут вам только вред. Я всегда говорю о том, что нужно находиться посередине. Если вы начнете раскачивать вот этот маятник от одной верхней точки до другой, вы будете в жизни очень часто переходить из одного состояния в другое. То есть, если вы будете навязывать себе мысли вот этого розового восприятия мира, что мир прекрасен, что все хорошо, вы обязательно рано или поздно будете находиться совсем в противоположной точке. Почему это происходит? Потому что человек, который идет по жизни и смотрит только на звезды, только на небо и находится вот в этом розовом состоянии, он, соответственно, не смотрит себе под ноги. И обязательно, рано или поздно, он упадет в яму, на дно, и жизнь поставит его в такие ситуации, когда ему придется просто выкарабкиваться, просто менять свое сознание, просто работать с руками, работать головой, в общем, работать всем своим телом, и физическим, и ментальным, чтобы выбраться из этой ямы. И поэтому я говорю о том, что огромную опасность таит именно вот это вот розовое восприятие. В свое время я тоже была очень увлечена и Луизой Хей, и этими аффирмациями. И, в общем-то, это, конечно, не привело меня в такое плачевное состояние. Я вовремя поняла, что если рассуждать только так и находиться вот в этом полусне каком-то, в полу, я не знаю, даже в каком-то состоянии ни действия, ни жизни, это приведет очень к плохим результатам. Поэтому реальное восприятие жизни – это и есть залог вашего счастья. Если вы очень часто сталкиваетесь с каким-то негативом и ничего не делаете. И вот мне тоже комментарий был такого плана, что «Ой, я не сталкиваюсь, я не связываюсь, если мне хамят, то я в ответ не отвечаю, я выше, мой мир прекрасен». Понимаете, что если вы не останавливаете негатив, то рано или поздно этот негатив, он все равно будет вас преследовать. И ладно, это когда вы уже сформированный человек, и вы, скажем, в своем розовом вот этом мире находитесь, он в каком-то смысле и защищает, но это временное явление. Обязательно вы в жизни столкнетесь с таким негативом, который просто вас перевернет. Но есть, конечно, люди более слабые, которые очень болезненно реагируют именно вот на моменты. Хотя вот тоже такая ситуация, скажем, человек, который мне пишет, что я не реагирую на негатив, я не отвечаю, 100% этот человек в глубине души очень переживает вот эти негативные моменты. На негатив я всегда отвечаю, но отвечаю я сарказмом, отвечаю юмором, и в таком плане, чтобы человек как бы потерял вот это вот желание свои какие-то негативные мысли в мою сторону обращать. Ни в коем случае нельзя пропускать мимо ушей тот вот негатив, который, может быть, на работе вас преследует. Почему? Тоже расскажу такой пример. Мужчина приходит к доктору и к психологу и жалуется ему: «Доктор, вот меня все называют чмом». И больной у него спрашивает: «Что со мной не так? Почему меня все вот так вот называют?» После часовой беседы доктор ему отвечает: «Ну ты посмотри на себя, ну ты одет как чмо, ты разговариваешь как чмо, ты ведешь себя как чмо, блин, ну ты на самом деле чмо». И поэтому я считаю так, что человек, который говорит, что я выше, я не буду сталкиваться, это просто человеку лень напрягаться, лень как-то реагировать на это, ему проще махнуть рукой. Ну вот, скажем, это, скажем, ну и, конечно же, это вот в государственных масштабах тоже очень злую шутку играет с людьми, когда происходит какая-то несправедливость, и
толпа людей проходит, лишь бы не сталкиваться, лишь бы не сталкиваться с этим негативом, лишь бы не получить что-то в ответ. Вот это вот равнодушие, я считаю, очень опасно и очень страшно. Если вы, скажем, сидя на диване, будете рассуждать о том, что жизнь прекрасна, и что все хорошо в моей жизни, что все в ней спокойно, но на самом деле таковым ваша жизнь не является, вы занимаетесь самообманом. Вот в этом таится главная опасность вот этого позитивного восприятия мира. Конечно, в момент, когда вы пытаетесь напитать себя положительной энергией, эти мысли, эти аффирмации, конечно же, вам помогут в момент расслабления, но ни в коем случае нельзя жить именно вот с этими мыслями. И многие люди, попадая в какие-то трудные ситуации, впадают в вот эту иллюзию самообмана, что ли, и ничего не делают, никак не исправляют свою жизнь в лучшую сторону. Вот жить, скажем, вот чисто только вот этими аффирмациями можно очень низко-низко опуститься. Поэтому я сторонник реального восприятия мира. Очень хорошо иметь положительные эмоции, положительные восприятия. И для того, чтобы свою нервную систему хоть как-то уберечь от каких-то срывов, от глубоких депрессий, возможно, вот периодически и полезно одевать вот эти вот розовые очки и говорить себе о том, что мой мир прекрасен, что Вселенная меня поддерживает, что в моей жизни все хорошо, как бы там плохо не было в вашей жизни, но это должно не входить в вашу постоянную привычку, и именно вот так вот реагировать на жизнь, возможно, только в самые трудные ситуации. Во всей остальной жизни нужно быть реалистом. Я знаю очень многих людей, которые живут именно вот с такими розовыми мыслями, с розовыми мечтами, но находятся в очень плохом состоянии физическом, и в моральном, и при этом ничего не делая, успокаивая себя вот тем, что моя жизнь прекрасна. Это я всегда привожу вот такой пример, когда воробушек в коровью лепешку падает, в лепешке тепло, вроде бы как все его это обволакивает, но как бы мы это ни называли, это все равно есть в реальности лепешка. Поэтому реальное восприятие жизни и тот вред, ту опасность, которую подстерегает под собой именно только позитивное восприятие мира, вы, некоторые из вас, мои дорогие, можете ощутить на себе, когда вы находитесь вот в таком расслабленном состоянии, когда вы бездействуете, когда вы голову себе забили, грубо говоря, вот этими розовыми своими мыслями о позитивном мышлении и не заботитесь ни о своей жизни, ни о жизни своих близких, детей, родителей. Вот это опасность, самая опасная, которая может возникнуть в этом. И, конечно же, это пропагандируется, но вот, скажем, книги Луизы Хей, конечно же, она американка, и это исходит из американского менталитета. В России вот эти вот вещи не работают. Каким бы хорошим человеком вы не были, ведь все равно кто-то писит в подъезде, и когда говорят, скажем, начни с себя, надо начать с себя, но этот вот чушь на самом деле, задумайтесь над этим. Начинать надо не только с себя, но и с того окружения, в котором вы находитесь. Вот еще раз повторю о том, что каким бы хорошим человеком вы не были, попав в какую-то плохую среду, вы все равно будете это в себя впитывать, бытие определяет сознание. И многие люди не выживают со своим вот этим позитивным мышлением, постоянно сталкиваясь и ударяясь лбом о ту стену проблем, которые они не способны решать. А человек не будет решать эти проблемы, находясь в розовых очках. Он будет приходить домой, ложиться на диван и говорить, что моя жизнь прекрасна, хотя холодильник пустой, хотя дети голодные, и вот успокаивая себя вот именно этим. Я все-таки человек действия, и очень внимательно и с осторожностью и с опаской относитесь вот к позитивному мышлению. Позитивное мышление – это хорошо, но все должно быть в меру. Вот этот вот баланс, реальность, негатив и позитив, они должны быть в полной гармонии. Если вы реально смотрите на вещи, реально смотрите и оцениваете трудные ситуации, только в этом случае вы будете их решать. В остальных моментах все идет только вам на вред. Если вы негативно относитесь к каким-то ситуациям, вы
также губите себя, губите свое здоровье, свое психическое состояние, вы будете болеть. И то же самое вас ждет, если вы только позитивно и положительно будете смотреть на все моменты. В чем, скажем, плюс позитивного мышления? Из любой ситуации, а плюс именно в том, что из любой ситуации трудной есть моменты, которые вы можете повернуть себе в плюс. Любая трудная ситуация – это толчок к вашему совершенствованию. Если вы попали в какую-то трудную ситуацию, то это говорит о том, что вы должны искать способы из нее выйти, а не сидеть и успокаивать себя и забивать себе голову этими розовыми своими мыслями. Вот так я думаю на эту тему, мои дорогие друзья. Если вы думаете так же, пишите, пожалуйста. Если вы думаете совсем по-другому, тоже пишите, мои дорогие. Я с огромным удовольствием читаю все ваши комментарии. Это также будет интересно и почитать моим зрителям, подписчикам. Мои дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы психологического характера, вы можете обратиться ко мне в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. На мой почтовый ящик также вы можете написать свои письма. Я с огромным удовольствием буду обсуждать ваши жизненные ситуации, в том числе и по скайпу. И я надеюсь, что вам видео понравилось. Если вам понравилось видео, если вдруг у вас возникла какая-то тема к обсуждению, вы, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, пишите те темы, которые вас интересуют. Не забывайте подписываться на мой канал. И, конечно же, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео и быть всегда в курсе новинок, событий. Да, мои дорогие, кто, возможно, впервые на моем канале, я видео снимаю не только разговорные, но и обзорные. Я с огромным интересом и желанием сотрудничаю с различными интернет-сайтами, которые торгуют одеждой, косметикой и всем-всем-всем, в общем, интересным. И, мои дорогие, я надеюсь, что вы с пользой, удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока.